Ребят, привет! У нас для вас очень прекрасная новость, которая касается абсолютно каждого человека, который заходит на наш канал, который подписан на наш канал. Все дело в том, что у нас собралось на канале уже более 1000 подписчиков. Для нас это мега-грандиозное событие, которым решили поделиться с вами. Вот, ребят, что хочется, конечно, сказать большое, огромное вам спасибо за те действия, которые помогают развиваться каналу, расти нашему каналу, за ваше время. Это самое как бы основное, то, что вы нам даете, и за то, что вы остаетесь с нами, несмотря ни на что. В честь этого события мы решили вам показать закулисную нашу жизнь, собрать некоторые ролики, показать, как делались съемки некоторых видео. Ну, в принципе, смотрите сами, что из этого вышло. Спасибо вам еще раз за то, что с нами. До встречи на новых видео. Пока! Всем привет! Вы на канале Мотос Лайф. И сегодня я вам расскажу... Да что там расскажу? Наверное, даже покажу. Почему был выбран именно такой маршрут? Ну, хочется, наверное, начать с самого начала. В первую очередь нам... Почему был выбран именно такой маршрут? Ну, хочется рассказать, наверное, предысторию. У нас было 2 недели отпуска, это 14 дней нам дал завод отдыха, и поэтому не хотелось сразу терять минимум по 2 дня дороги туда и обратно. Всем привет! Вы на канале Мороз Лайф, и сегодня я попытаюсь дать вам некоторые советы. Расскажу о своем опыте, как мы приехали в Чехию. Привет, ребят! В сегодняшнем видео попытаюсь ответить на некоторые ваши вопросы по поводу работы в Чехии, по поводу, стоит вообще ехать сюда, не стоит сюда ехать. Много получал от вас таких вопросов, поэтому решил снять видео отдельно и рассказать о всех интересующих вас моментах. Первое, что мы решили сегодня приобрести. Также здесь есть телевидение. Сегодня как раз будет футбол, поэтому будет транслировать, возможно, онлайн трансляцию Чехии против Болгарии. Подключается через интернет. Посмотрим, будет работать или нет. Что-то пока не хочет. Ночные прогулки по аэропорту. Мы идем на регистрацию. Наконец-то будет у нас сейчас. И сейчас, а через пару часов, в 6 утра. На часах уже 4:10. Так что открывается регистрация. Мы сейчас вкладно в лесу. В лесу гуляем. Лесники. Какие вот территории у нас красивые тут. С лавочками, с рыбниками, с собачками. Мы уже с пивком.
узел черный, 45 минут, отлично. Заходит наш бандский славец. Поснимаем, порассказываем. Орать мы не будем. Рассказывать про завод Mitsubishi. Совсем будем чуть-чуть. Будем балакать на русском языке. Будем стараться. Без сужика.